Всем привет, с вами Жанна. Готовлю картофельные крокеты с миндалем. Потребуется картофель, масло для жарки, я использую оливковое, можно любое растительное, белый перец, сливочное масло, мускатный орех, мука, миндаль и яйца, 3 желтка и 2 полных яйца. Нарезаю картофель. Заливаю водой, ставлю вариться до готовности. Картофель варила 10 минут. Откидываю на плиту и отправляю в закрытую духовку на 175 градусов, причем на верхнем месте. Прошло 5 минут. Перекладываем в кастрюлю. Делаю пюре. Добавляю перец, мускатный орех, масло, солю, ставлю на огонь и еще немного подсушу. Мешала 3 минуты. Картофель изменил свое свойство, стал таким сухим, не прилипает ко дну и изменился звук. Теперь в это пюре кладу желтки. Дам немного остыть. Мука. Яйцо. И миндаль. Пюре остыло. Делаю колобки или же можно цилиндры любой формы. Сперва вваляю муки. Яйца. За это время разогреваем масло. Пускаем горячее масло. Обжаривается очень быстренько, буквально 2-3 минуты. Выкладываю на полотенце бумажное.
получилось 15 крокетов. Сверху корочка, но внутри красивое гладкое пюре. Также можно приготовить и без миндаля. Вот у меня несколько. Когда жарить масло, нужно смотреть внимательно, чтобы масло было не слишком горячее, чтобы они не горели. Картофельные крокеты с миндалем готовы. Приятного аппетита!